последний звонок, это потом на следующий день тебя ты не будешь учиться. Там 3 месяца каникулы, веселье. Последний звонок, когда все уже заканчивают школу. Это когда школьники уходят из школы, 11-классники. Как бы вся школа выстраивается в рядочек и выходит в 11-классниках в такой парадной форме. И все должны быть с цветочками и тоже в парадной форме. 25 числа я буду стих рассказывать, и все. Прощай, школа. Игма изгазным. Это значит, все сдают экзамены. Это как бы тестирование вроде что-то этого. Это как проверочная работа. Экзамен это когда ты пишешь, там можно сказать, диктант, вот, а потом ты отдаешь это директору школы, и он решает. Он в первом классе это остается, во второй переходит, там, в третий. Экзамены – это когда они приходят, родители, в класс и проверяют, как дети их учили в школе. Что все сдают свои отчеты и экзамены? Потому что потом в институт, а потом уже на работу. Потом они шарики пускают, и они уходят навсегда из школы и переходят в институт. Много нужно учиться, и много нужно напрягать голову, и много знать букв. Им надо всегда учиться на пятерке. Ты в школе очень много получаешь знания. Знания эти тебе помогают, и ты закончил школу, и так рад ты. Дальше они отдыхают, начинается опыт, и все отдыхают. Вот когда ты будешь выпускницей, какой ты себе платье красивое выберешь? Красивое и ответственное. Закажу большое платье красивое с сердечком розовым. Я закажу фиолетовое, которое до пола длится. На полу и еще туда, чтобы было огроменное. Будет белая рубашечка и жилетка черная со штанишками тоже черными. Пиджак с галстуком. А пока я только в бабочке. И можно и без жилетки. Я хочу с жилеткой. Еще ты уже заканчиваешь, и у тебя оспектук.